Региональный сервисный центр МВД предупреждает об изменениях, связанных с обязательным государственным пенсионным страхованием при первой регистрации легкового автомобиля. 1 января текущего года следует применять следующие расчеты. Если стоимость вашего автомобиля не превышает или равняется 409 тысяч гривен, уплачивается 3% от суммы. Более 409 тысяч, но не более 719 тысяч гривен, уплачивается 4%. А если стоимость машины больше 719 тысяч, придется отдать государству 5%, а это 36 тысяч гривен. Кожен рік, коли приймається новий бюджет, змінюється сума сплати цих зборів. Це збори при первинній реєстрації на території України транспортних засобів легкових. Залежать вони від прожиткового мінімуму. Всі транспортні засоби, які вперше реєструються на території України, незалежно від того, новий транспортний засіб чи бувший використання в іншій державі, всі транспортні засоби легкові в будь-якому випадку сплачують збір пенсійний фонд.